Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Так, у нас вышел, наконец-то, вторая часть этого мира. Не знаю, последний он или нет, инфы точно я так и не нашел, никто мне не сказал, но... Тут во всяком случае, не 32, а я так понимаю, 34. Ну, вот этот 33-м помечен, а этот вообще ничем не помечен. Вот, так что не знаю, сколько тут. Ну, получается 34 уровня, по логике вещей. Так, что у нас в саду Дзен, все нормально? Сейчас проверю. Что у нас в саду Дзен? Да, в саду Дзен все ништяк. Ну, тогда в таком случае погнали. Давайте начнем с пенатки все-таки. Сыграем пенатку, патьку. А потом это самое. А потом уже пойдем дальше. Да, ребят, еще раз прошу прощения, но мой микрофон основной абсолютно отказался работать с блюстаксом. Поэтому я сейчас пишу с такого левого микрофона, ну, самого обычного, простого. И, блин, ну, сами понимаете, беда. Ох, нифига себе там. А что вот это такое? А, стоп, это же эти штуки, которые по всем. А я думал, это тот, который на три направления. А, это вот такая взрывашка, кристальчик, кстати. То есть она вырастает, да? А, все, я допер, что это такое? Я допер, что это такое? Это вот как раз против всяких гаргантюев, там, такого дела. То есть эта взрывашка на самом деле хорошая шняшка. А на этих она работает? Нет, на этих. Не работает. Так, гаргантюе надо эту взрывашку. Блин, ну вот, по нижней линии проехали эти. Какого черта вообще не срабатывает все? Точнее, срабатывает все не так, как я хочу. О, нормально, зато отходят эти. А почему мне не дают больше этого? Не дают больше арбуза. Так, отлично. Вот сюда куда-то надо посадить штуковину. Так, ну мы походу прошли эту арену. О, алмазы, слушайте. Нормально, кстати, алмазы. Гля, а вы прикололись, короче, этот... Так, проехали наши два ништяка. Так, ладно. Да, он вообще какой-то не бешеный этот чувак. Так, ну ладно, мы потратили, короче, все свои эти. Но в итоге прошли нормально. Так, давай этот пулемет. Свой мега-пулемет. Так, я всегда беру первые три. Растения, костюм. Фигня. Пати 1, пати 2, today. Так, в саду Дзен мы ничем не пользовались, никакими бустами, поэтому... Перемещая арбуз с новыми растениями. Не совсем понял, что ты написал. Это растение может бить зомбов и перемещать твое растение. Так, ладно, не суть.
Давайте 17-й левел пройдем. Мне там что-то писали, та штука что-то... Ой, прошу прощения, зацепил микрофон. Мне там писали, та штука что-то может делать, но фиг знает. Я не вкурил, честно говоря. Так, что делает это за 150? Сейчас узнаем. Ну, в любом случае, берем... Я люблю стартовать с замедлителей. Поэтому возьмем замедлители. Блин, я уже и забыл, что тут да и как. Где лук? Где лук? Так, можно вот эту штучку взять. Ага, вот лук. Ну, в принципе, нормально. Let's rock. Давайте так. Let's rock. Давайте так. Так. У нас, кстати, 7 тосов мы накопили. Так что, ну, это нам и спинат пати выпадали и так далее. Поэтому нам как бы тут, по идее, сейчас особых проблем не должно возникать. Так, ну чё, лучок вроде бы как этот самый, за нормально стоит. Кастует там всё. То есть я думаю, если этот, мы сейчас сразу выйдем в растение 250, так. Я вот еще за ноль посажу. И вот мы сейчас выйдем сразу в 250. Все, есть. И теперь у нас сейчас еще два солнышка кто-нибудь даст. Ну, в смысле, какой-нибудь этот подсолнышек. И мы посадим третий подсолнышек. Так, я думаю, тут можно, наверное, вот так вот сделать сейчас. И нормально. Вот это главное замедлить. Мы ему можем еще и вот так выдать. Так, все, нормалек. Теперь садим, уже досаживаем подсолнышки. Сейчас второй 250 поставим. А перед ним уже будем ставить вот эти вот за 150. Я не знаю, что это такое. Так, ну ладно, давайте пока наш этот на КД поставим. Так, все, последний подсолнух готов. Так, во всяком случае, давайте тут немножко. Так, что делает вот эта штука? Давайте смотреть. Она что-то кидает, типа по нескольким или как? То есть она кидает, и там вот что-то разлетается. Это что-то вроде арбуза, что ли? Но только такого более слабого. Так, ну вишни не, я не хочу, еще рано вишни. Какая вишня, когда это? Так, ну давайте их тогда ряд этих строить, в принципе, чуваков. Чтобы нет. Чтобы нет, так, этих тоже. Он там не ускорился через чур. Я его приторможу, вот этого газетчика. Так, нормально. Да хорош, а? Прошел, блин. Пошел, блин. Вот эти вот газетчики самые, блин, сволочные. Эти, так, ладно. Все, пойдем ли мы ставить еще? О, а разлом открылся. Разлом, блин, Сан-Андреас. Разлом Сан-Андреас открылся. Так, ну давайте из этого разлома сразу. Ля, там этот идет с... короче, с этой штукой, с черепом. Этот пошел, чувак. Так, ну, кстати, сфинкса нам надо подтормить. Так, тут прожрал опять же 150. Ой, сфинкса фараона. Ну, короче, это ничего. Так, на самом деле, я так понимаю, это последний этап, так что мы сделаем сейчас вот так вот. И просто все. Ну, в смысле, последняя волна. Так, ну, тут было довольно просто. Даже без бустов. Thank you.
Даже без бустов. О, какой прекрасный звук, похож на мой микрофон за 159 рублей. Да, ты абсолютно прав, этот микрофон стоит 300 рублей. Ну, что поделать, у меня не работает микро, который нормальный, ну, ты же знаешь, в ПВЗ. Поэтому приходится записывать вот таким вот микрофоном. Так, чё мне не этот? Так, ну мне вот это вот растение, честно говоря, не понравилось. Так. Честно говоря, оно мне не понравилось, поэтому я как бы особо и не очень хочу. Пишет, что у того неплохой буст. Ну, может быть, если в саду дзен выпадет, то я, быть может, и возьму. А так пока не очень хочу заморачиваться. Так, давайте 18 левел попробуем пройти. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Надеюсь, что все нормально будет. Так, 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 так. Давайте с вот этими поиграем штуками. Ну, попробуем опять через этих поиграть. Через... Как говорится, пока получается. А где она, блин, это растение? Вот оно. Через 250 двойной подсолнух. Но надо, наверное, какую-то еще атакующую, атакующий потенциал иметь. Ну, вот, например, вот такой. Ну, я не знаю, давайте вишню, как обычно, зацепим и нормально. Все, let's rock. Да я не про это намного лучше, чем с вебки. А, ну да, это намного лучше, чем с вебки, это я понимаю, но в целом... В целом, это, конечно, гораздо хуже, чем, чем, короче, этот самый. Чем, короче, ну ты понял, чем мой нормальный микрофон. Так, ладно, садим второй этот. Тут вроде бы тоже стандартный старт, без каких-либо этих опасных чуваков. Поэтому мы сейчас нормально все долбанем. Но я думаю, можно даже третий подсолнух, наверное, расставить. И сейчас один этот солнышек дастся. Нормалек. Так, тут садим. Так, все, мне нужно сейчас садить уже эту штуку первую. Так, отлично. Поехали, поехали. Поехали, все, досаживаем подсолнухи. Так, отлично, один готов. Вот этот я, пожалуй, замедлю. Так, вот шарики, шарики, шарики. Это опасные чубзарики. Шарики опасные чубзарики. Их надо притормаживать. Так, все, сейчас садим последний подсолнух. И нормально. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Блин, да что ж так долго-то, солнышки. Потом начну сыпать. Ой, что я сделал? Блиха-муха. Что я сделал? Я, главное, давно же мог посадить. Ой, ёк, макарёк. Так, ладно. Блин, надо было... Вообще я, короче, туплю просто адски, ребята. Никогда так не буду. Я сейчас туплю. Так, ну ладно, в принципе, не суть. В принципе, не суть. Окей, поставим так, ничего страшного. Эти все равно стреляют по любым целям, поэтому неважно, по большому счету, где они находятся. Так, сейчас мы тут будем ставить вот такие вот штуки. Этого, наверное, надо замораживать. Ой, ёк. Да ну нифига себе! Да ну нифига себе, эти буйволы как прискакали. А чё это они так прискакали эпично? Так, ну ладно, в принципе, они ничего не сожрали, что ли? Очень хорошо. Так, сейчас у нас уже скоро пойдут эти морозные арбузы. Как бы нормально. Так, он сейчас воткнет сюда свою доску. Так, что у нас по 500 голде будет когда-нибудь? О, вот, кстати, есть. Ставим сюда этот, заморозку. Масс тормоз. Чабун. Блин, ну это вообще трешак какой-то. Вот эти вот. На своих этих шариках они просто...
Так, ладно, давайте. Так, давай. Так, сюда надо чабунки поставить. Ай, зараза, сожрал. Так, на самом деле неплохо заедет лишним. Очень даже неплохо. Так, нормально, два арбуза есть уже. Сейчас мы вернем его. Может, так мы не станем. Да ну нафиг! Блин, вот эти меня бесят, которые типа начинают злиться и как бы типа там все уничтожают. С одного удара как бы типа. Так, ладно, сейчас посадим этого. А, ну это все, последний этап, мы прошли, ребят. Мы прошли, все, в любом случае. Посажу тут арбузик, как чисто фан. И все. Так, отлично. Пройдено. Ну, пока уровни идут хорошо. Пока уровни идут очень хорошо, так. Ну да ладно, давайте выйдем на карту, посмотрим, что этот. Это мы 18-й прошли, да? Да, это мы прошли 18. Или какой, подождите. Ну да, по идее, мы два уже прошли, 17-й и 18-й. Да, отлично. Так, ладненько, ребят, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск как раз и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.